Сейчас мы находимся на таможенном контрольно-пропускном пункте Самур на границе с Российской Федерацией. Именно здесь грузовые машины и другие транспортные средства проходят проверку и пересекают границу Азербайджанской республики. Для пересечения Азербайджана-российской границы гражданскими лицами действует отдельная зона. Переход границы для грузовых автомобилей состоит из нескольких этапов. Прежде чем пересечь Азербайджано-российскую границу, определяется объем груза, осуществляется проверка номера транспортного средства, а также процесса документации. Регистрация транспортных средств проходит очень быстро. После соответствующих процедур на грузовую машину устанавливается специальный GPS-навигатор в форме замка. Навигатор находится на грузовике до тех пор, пока он не доедет до места своего назначения. С территории контрольно-пропускного пункта Самур также осуществляется экспорт товаров в Россию. Государственный таможенный комитет Азербайджана предпринимает все необходимые меры с целью ускорения процедур таможенной регистрации и контроля на Азербайджано-российской границе. В 2015 году был подписан протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой России о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении определенных видов товаров. Протокол оказывает положительное влияние на развитие торговых отношений между двумя странами. Осуществляются процедуры, предусмотренные протоколом. Был издан соответствующий манифест, и таким образом, обеспечивая информацией страну импортера, предотвращаются задержки транспортных средств из Азербайджана на границе с Россией. Им предоставлены приоритетные таможенные переходы. В ходе медиатура журналистам была дана подробная информация обо всех процедурах, осуществляемых на территории контрольно-пропускного пункта. Мы провели медиатур с целью разъяснения процедур, осуществляющихся на таможенных постах. Представители СМИ смогли воочию наблюдать за всеми процессами, такими как автоматизация таможенных процедур, процесс въезда автомобилей в таможенную зону, определение номерных знаков, регистрацию, а также работу единой автоматизированной системы управления. Также в течение месяца ожидается внедрение системы обмена информацией между Азербайджаном и Россией. Система обмена первичными данными по товарам и транспортным средствам уже осуществляется с Украиной, Турцией, Ираном и рядом других стран. Эсмира Алиева, Джавид Гадыров, CBC.